Иди сюда. Тебе так идет, Левушка. Лев, иди сюда. Лев. Тебе так идет. Матроска ты моя. Привет. Меня безресничную. Ты чё? Не накрашен? Нет. Чё, мне не надо? Да, я пришла, короче, наконец-то. За все лето. Все лето я не наращивала, кстати, наверное, с мая месяца. Ничего не наращивала, не красила. Все выгорело. Вот поэтому ресницы вроде есть, но их нет. Вот так вот я выгляжу сразу же после процедуры. Глаза, кажется, как будто бы зареванные, потому что ты час лежал с закрытыми глазами, и немножко щиплет, когда ты смываешь краску. Но я думаю, что завтра уже все будет хорошо. А в конце процедуры наносят кератин, поэтому сегодня глазки мы не умываем, умываем уже завтра. А курьер, оказывается, принес мне новинки от Урьяж. Там должны быть, по-моему, какие-то крема и сыворотки. Вы знаете, что Урьяж я очень люблю. Особенно вот это вот моющее масло для Левушки постоянно использую. Оно отлично просто увлажняет кожу. У Льва раньше сохли ножки, сейчас уже получше. Многофункциональный ночной крем Detox. Дневной крем. Сыворотка интенсивная. И крем для кожи, контура глаз. Смотрите, какая упаковка интересная. У меня еще не было таких продуктов. Здесь вот так вот делается хоп, и вы можете, получается, нажать. Либо ты делаешь вот так вот, и как бы он блокируется. Вот такая вот помпа. У меня таких не было. Это что такое? Это же блёво. По-моему, Лёве пофигу, кричишь ты или нет. Сём, перестань. Ну там, он пахнет. Он тебе детальки ищет. Мне не надо детальки. Лёв, разберись-ка с Семёном. Чё он кричит? Всё. Он от тебя сбежал. Как вы уже знаете из предыдущих влогов, я купила новый последний MacBook и уже 2 недели хожу с ним без всего, так скажем. Очень переживаю, что могу его поцарапать. Это, в принципе, у меня с любой техникой, я ее берегу. Видите, даже там на том же телефоне у меня вот такой вот прозрачный чехол. Вот, и тут я тоже искала, чтобы найти, чтобы его уберечь. Я не хотела покупать никакие чехлы, потому что он очень крутой, он такой тоненький. И спас меня, если честно, Алик, великий и могучий Алиэкспресс, потому что в магазинах такие наклейки стоят, ну, я не знаю, в 3-5 раз дороже. Вот, пришло, значит, в упаковке вот такие вот 2 наклейки. Верхняя, вот такая вот серебристая, и нижняя, как раз таки под цвет ноутбука. Смотрите, все идеально подходит. В общем, сейчас уговариваю Игоря наклеить мне эту наклейку. Покажи. Как ты трансформируешься в Человека-паука? Короче, как вы поняли, вчера я сделала ботокс для ресниц. Реснички стали более хотя бы заметны, потому что за лето они у меня полностью выгорели. Вот. И вообще этот влог обещает быть
про женские штучки, про бьюти, так скажем. Потому что сейчас, ну, сейчас я по пути бегу в цех на работу мерить новое такое утепленное пальто, пуховик, если его можно так назвать. Потом я быстро-быстро бегу к косметологу. Очень давно не была на уходе. А потом мы с вами бежим переделывать ногти. Поэтому, если вы просто хотите расслабиться, посмотреть вот всякие эти различные бьюти-штучки, оставайтесь со мной. Неделя у меня такая. Ну что, мое любимое совершенство, переехали по другому адресу. Я, кстати, первый раз сюда иду к ним. Они совсем недавно переселились. Опа! Сейчас спросим косметолога, что она думает о моей коже. У меня, кстати, очень давно не было никаких высыпаний. Сейчас они появились. И у меня, конечно же, два предположения. Первое предположение это какие-то гормональные нарушения, потому что, вы знаете, у меня вечно проблемы с гормонами из-за щитовидки. И второе, это то, что я стала достаточно часто употреблять сырники, а следовательно молочные продукты. Молоко я не пью, вы знаете, я заменяю его овсяным молоком. А вот сырники последний месяц у меня очень требуют организм. Видимо, все-таки мне нужно снова начать пить кальций или сдать какие-то анализы, потому что прям вот у меня просит организм сырников, я их хочу. И если раньше я их ела там раз в полторы недели, раз в две недели, то сейчас я их могла есть по три раза в неделю. И мне кажется, это, конечно же, сказалось. Вот, так что посмотрит, расскажет, что с моей кожей. Может быть, мне надо что-то сделать, все пишут, что я на старуху похожа. Обколю себя ботоксом и лоб. Ну что, я уже легла, жду косметолога. И хочу вас познакомить с Натальей Викторовной Мальцевой. Это врач-косметолог, дерматолог, врач-трихолог и... Она расскажет, какую процедуру делает Мария, какой тип кожи, какой будет эффект. Ну, у нас у Марии идет комбинированный тип кожи. Т-зона у нас, да, немножко идет с расширенными порами. Легкая склонность к высыпаниям, да, бывает в зависимости от состояния желудочно-кишечного тракта. Кожа достаточно у нас чувствительная. Все-таки чувствительная. Ну, она у вас чувствительная, да, потому что она, в принципе, реагирует на определенные манипуляции, да, то есть как бы на нанесение определенных косметических средств, которые у нас, да, подготавливают нашу кожу в дальнейшем вообще к проведению той или иной процедуры. Плюс, наверное, хочется нам сузить поры, улучшить цвет лица дополнительно, да, поработать как антиэйдж-терапию, плюс, соответственно, убрать... Есть некоторые элементики у нас пустакновой пигментации, соответственно, вот поэтому тоже, наверное, хочется поработать у нас. То есть немножко их осветлить, да, и сделать так, чтобы кожа у нас была более сияющая, более качественная, да, и более, скажем так, молодая, красивая и упругая. Какую процедуру, Наталья Викторовна, вы выполняете и на что она будет работать? Вот данные процедуры, сейчас мы Маше нанесли пилинг на основе фруктовых кислот. Пилинг у нас травматичный, так как у Маши чувствительная кожа, у нас появляется легкая гиперемия. Это говорит о том, что наш пилинг работает. Вот, это совершенно не, скажем так, не осложнение после процедуры. Вот. Сейчас мы немножечко, нужно нам будет чуть-чуть полежать. Данный пилинг у нас обладает очень, скажем так, хорошим противовоспалительным эффектом, так как имеются незначительные небольшие высыпания на коже, так как весна-осень у нас является небольшое осложнение всех хронических заболеваний, то есть обострение, да, всех хронических заболеваний, которые имеются. Вот. У нас как бы тоже бывает, что сказывается это и на коже. Да? Маша нам рассказала, да, то, что у нее бывает чувство стянутости после того, как Маша умоется, да, дополнительно, и плюс
есть наличие начальные признаки дегидратации кожи, то, конечно, я бы, наверное, порекомендовала бы вам сделать курсовой программой биоревитализацию, к примеру, да, на препаратом на основе гиалуроновой кислоты для того, чтобы просто увлажнить нашу кожу, соответственно, придать ей более сияющий вид, и, соответственно, что это будет очень хорошая антиэйдж-терапия. Но нужно будет использовать биоревитализант, тот, который как раз нам позволит поработать, ну, со всеми нашими вот этими вот моментами. Вот. Плюс дополнительно очень хорошо вам будет показана процедура плазмолифтинга, потому что плазмолифтинг – это процедура, которая выполняется тоже курсовой программой, одна процедурка однократно в 2 недели, что даст она данной пациентке. Данной пациентке она у нас даст, первое – это антиэйдж-терапия, второе – плазмолифтинг очень хорошо повышает иммунитет кожи, соответственно, да, улучшает цвет лица, и, соответственно, как бы тоже является как антиэйдж-терапия очень хорошая. Поэтому вам показывают 5 процедур с интервалом 2 недели. Угу. Вот. Единственное, что хочу сказать, что плазмолифтинг и биоревитализацию одновременно делать не нужно. Сейчас вы скатываете, да? Да, сейчас мы будем скатывать наш лактолог. Тем самым мы обеспечим еще более хорошее ощущение для нашей кожи. Так, это у нас масочка тройного действия. У нас здесь вот содержатся в масочке такие мини, такие маленькие капсулки, которые вот мы сейчас будем тихонечко лопать. В общем, смысл в том, что эта масочка у нас оказывает очень интересное действие на кожу. То есть она у нас ее подтягивает, придает лифтинговый эффект, противовоспалительный эффект, осветляет пигментацию, сужает поры. В данной ситуации у нас, да, немножечко идет чуть-чуть опущение уголков рта, легкая симметрия верхнего губы дополнительное ощущение такое, что немножечко как бы нижняя треть у нас стала чуть-чуть тяжелее, да, чем верхняя. А у меня и так челюсть еще массивная. Да. Ну, у вас не такая массивная, скажу так, у вас все очень хорошо, красиво и гармонично. Ну, здесь можно что сказать? Можно немножечко переместить, как вы говорите, центр тяжести, тем самым вначале проработать с половой зоной. То есть мы когда слегка приподнимаем с половой зоны, можно делать большие скулы, то есть делать все так, чтобы поработать лифтинговой техникой, для того, чтобы спрофилактировать дальнейшие все возрастные изменения. Ну что, я еду уже после процедуры. Сейчас мы едем с вами на маникюр. Кстати, лицо очень даже ничего, краснота проходит. А врач сказал, что у меня очень чувствительная кожа. Любимый обо мне заботится, поэтому всегда, когда он ездит в метро, покупает мне новенький Vogue. Представляете, какой молодец. Помнит. Я хотела сейчас наложить маску на губы и записать этот кусочек видео, но потом я поняла, что если я себе ее наложу, то я не смогу разговаривать. Поэтому хочу сказать, что я сейчас вот сделаю такие какие-то коллагеновые губы. Это такая питательная маска. Косметолог сегодня абсолютно подтвердила то, что у меня очень сухие губы, нереально сухие. Сейчас я их все обгрызла. В общем, это моя постоянная проблема – сухость губ. И мне не помогает ничего. Ни масла, ни всевозможные бальзамы. Единственное, она мне сказала попробовать какую-то маску от... это бренд профессиональной косметики. Она продается в салонах. Вот если я ее закажу, попробую, и если она сработает, я вам обязательно потом расскажу, если у кого-то есть такая же проблема. Ну, еще сказала, что можно попробовать гиалурон. Ну, не знаю, поможет ли мне вообще что-то. Сейчас еще не так сильно видно, потому что я их обгрызла и потому что мне сделали маску. Ну, в общем, я не знаю, напишите мне внизу, у кого точно такая же проблема с губами, сухостью, и ваши губы выглядят как куриная жопка. Давайте 5. Ну что, всем доброе утро, уже следующий день.
Уже четверг. И как я вам рассказывала, сегодня у меня будет интересная фотосессия. Как-то разом мне начали написать фотографы, с которыми я ни разу не работала. Все для меня в новинку. Новые девочки, новые образы какие-то. Будем пробовать. Поэтому сейчас еду на макияж. И буду вам все снимать. Надеюсь, вам интересны такие бэкстейджики со съемок. А может быть, вы берете для себя какие-то идеи и тоже воплощаете их в реальность, делаете классные фотки. Так, ну что, приехали. Специально надела рубашку, чтобы потом через голову не снимать. И у нас задача сделать такой очень натуральный макияж. Просто чтобы кожа смотрелась на фотографии такая здоровая, сияющая. Вот, сейчас будем пробовать, еще волосы надо подвытянуть. А то я становлюсь такой львеночек. Снова куча волос отросло. Все как всегда, когда мы идем на фотосессии. У нас просто куча всего. В общем, фотосессия продолжается. Сейчас у нас будет такое импровизированное утро. Кровати. Игорь рядышком. А, капнула на объектив. Ну что, поработали, поснимались. Пора и потрапезничать. На улице такая дождливая погода. Сейчас вся моя укладка, весь макияж потечет. Игорь вообще красавчик, потому что он даже поучаствовал в съемке. У нас так мало с ним фотографий совместных. Он долго отпинывался от меня. Но от меня так просто не уйдет. Вот так вот, да. А не то папа тебя там в кокон заселил. Так, подожди. Все. Отдыхайте, мы гуляем. Пока-пока. Вот теперь идеально. Это наш тель. Вот. Угу. Ох, мои хорошие, этот девчачий влог еще не закончился, и мне принесли посылку от моих любимых селект, создатель Дашенька Леушина, у которой я в том числе учусь сейчас. И тут костюм, мы просто не знали, подойдет мне по размеру или нет, поэтому я сейчас буду смотреть, и мы договорились, что если он мне подойдет, то я буду счастлива, а если нет, придется отправить обратно, потому что их ограниченное количество у них. Что вы думаете, на этом все? Нет, у меня еще лежит посылочка от Зары. Не знаю, может быть, вообще сделать видео с покупками. Здесь худи, за которым я очень давно охотилась. Сначала думала, что я его попозже куплю, потом его не стало на сайте, их раскупили. Потом я поехала в Москву искать его в Заре, там его тоже не было. И вот, наконец-то, это худи появилось. Появилась на сайте, я сразу же заказала. Посмотрите, какой красивый карамельный цвет. Размер взяла S-очку. И здесь вот такие вот шнурки, так интересно сделаны в коже. Он очень-очень свободный, такой теплый, потому что он идет с мягкой такой теплой подкладкой. Очень давно искала красные худи. В общем, у меня здесь просто верха такие достаточно базовые на осень, зиму. Вот, если интересно, пишите запросы и сделаю отдельное видео. У меня уже накопилось достаточно много новинок. Как же это вам показать? Ну что, в принципе, все вещи подошли, если бы не вот это. Зара, конечно, расстроила. Посмотрите, шнурок. Просто, мне кажется, это прям жесткий какой-то брак. Даже не знаю, что делать. Менять, возвращать. Тут все нормально с одним шнурком, вот с этим все хорошо. А здесь вот такая фигня. Не очень приятно.
Из других вещей я заказала базовую такую майку, которую надевать под жакеты, водолазку такого какого-то коричнево-рыжего цвета. И вот красный худи, к нему вообще нет претензий. Он немножко укороченный как раз под все мои высокие посадки, идеально. Ну и вот эта кофта, за которой я так охотилась. Так она мне нравится, она такая теплая, свободная, огромная, с капюшоном. И вот этот вот шнурок меня расстроил.